Томат бабушкина буденовка. Сорт высокорослый, среднего срока созревания. Кисть сложная. Плоды ярко-красного цвета, округлой формы с носиком. Масса плода 70-150 граммов. На вкус мякоть сладкая, с легкой помидорной кислинкой, на изломе мясистая, сочная. Сорт ценится за неприхотливость, высокую урожайность и устойчивость ко многим заболеваниям. Помидоры хорошо растут и обильно плодоносят как в теплицах, так и в открытом грунте.